Никакой враг не страшен, когда есть такой тыл. Это слова наших бойцов, которые сегодня после отпуска отправились на передовую. Проводить их пришли не только родные, но и те, кто поддерживает их с самого начала спецоперации. Вместе с солдатами отправился и грузовик с гуманитарной помощью. А сами ребята поехали на Ниве, которую недавно им передал глава республики Владимир Уйба. Ксения Мишарина тоже провожала бойцов. 10 октября. На улице всего плюс один. Ледяной ветер. Но всех, кто собрался здесь, на Стефановской площади, согревает изнутри чувство любви к родине и своим бойцам. Сегодня четверо наших солдат после отпуска отбывают на передовую. Рядом жены, дети и все, кто с самого начала специальной военной операции помогает в тылу. У меня раздается звонок. Позвонил Алексей. Это участник СВО, который приехал сюда в отпуск. И со словами благодарности и желанием встретиться со мной. Это молодой человек, который где-то весной был здесь тоже в отпуске, и мы для него приобрели, это была первая машина «Буханка». Он пришел с цветами и говорит: «Галина Анисимовна, это не только от меня, это от всей нашей роты. Вы себе не представляете, как много сделала эта машина для нас, как многих бойцов она спасла». Республика Коми на постоянной основе поддерживает своих защитников. С самого начала специальной военной операции один за другим на передовую отправляются грузовики с гуманитарной помощью. Глава региона Владимир Уйба особенно трепетно и ответственно относится к вопросу поддержки солдат. Зачастую сам доставляет грузы в зону спецоперации. Недавно, в свой день рождения, Владимир Викторович передал бойцам Ниву, на которой они в составе колонны сегодня и отправляются на передовую. Главой Республики Коми и правительством Республики Коми был оперативно создан штаб, который практически сформировал за короткий период времени, полностью обеспечил по списку необходимого оборудования. В основном это, конечно, те необходимые средства, лекарственные препараты, технические средства, то есть автомашины. Звучат добрые слова. Родные крепко обнимают своих солдат. Батюшка благословляет. А сами бойцы подбадривают присутствующих. Говорят, обязательно вернуться домой с победой. Никакой враг не страшен, когда есть такой тыл. Боевой настрой у нас. Вот. Хотим сказать спасибо огромное Республике Коми, всей главе Республики Коми, Союзу предпринимателей. Спасибо большое. Да, спасибо большое. Без вашей помощи там очень тяжело продержаться. И когда вы все поддерживаете, дети, родители, руководители предприятий, депутаты, эта помощь очень заметна, и спасибо вам всем большое. Машины сигналят, колонна трогается. На ветру гордо развиваются флаги России и Республики Коми. Уже через несколько дней бойцы доберутся до передовой, доставят гуманитарку боевым товарищам и снова в бой. И нет никакого сомнения, что они, как и обещали, вернутся с победой. Ксения Мишарина, Роман Боровиков, телеканал «Юрган», Сыктывкар.